Так, пришла посылка с курьером. Сегодня очень знаменательный день. Я вчера дошла в своем виртуальном камино, португальском камино, до Сантьяго де Компостела. Сегодня мне с курьером пришла посылочка. Сейчас мы ее распакуем. Там посылочки у нас имеется. Что-то пакетики. Так, листочек. Сейчас все изучим. И посылочки у нас имеется вот такая книга. Сразу скажу, что посылочку мне прислала Полина Трояновская. Так, с чего начать? Так, давайте вот начнем. Иногда люди не понимают твоего путешествия. Это не так важно. Это не для них. Антикафе, Кеворкинг, Белый лист. Да, это антикафе Полины. Так. Лисенок. И книга. Путь вдоль океана. Ну, я, конечно, догадываюсь, что это за путь. Это... Португальский камино. 27 сентября, 11 октября 2017 года. Прямая доставка из Москвы в Сантьяго де Компостела. От автора поздравляю. Ой, спасибо большое. Так приятно. Хоть камино и виртуальный был, но ходила я по-настоящему, хоть и по Москве. У меня прям уже образовывается целая коллекция книг от авторов. Ну, это я буду изучать. Очень тщательным образом читать. Ага, рюкзачок. Дотер, как и у меня. Фотографии шикарные. Креденциали. Ну, все. Буду читать и изучать. Очень приятно. Виртуально я сегодня нахожусь вот именно здесь. Здесь, на этой площади, около собора Сантьяго де Компостела. Большое спасибо, Полина. Желтая стрелочка. Ну и вот тут еще есть что-то такое очень интересное. Так, минуточку. Ух ты! Какая красота! Ой, как вкусно! Спасибо большое, Полина! Это прям вот замечательный день. Замечательное окончание камина. Большое спасибо! Большое спасибо за то, что ты тоже принимал участие в этом мероприятии. Большое спасибо за то, что ты прошла вместе со мной виртуальную дорогу в Лавру. Громадное спасибо, мне очень-очень приятно.